Приходите на наши матчи. Болеть за «Протон» Саратов. Молодежка саратовского «Протона» встретилась в домашнем туре с командами «Тюмень-Прибой», «Липецк-2» и «Динамо-Академия Москва». Примерно одинаковые по силе команды в течение 3 дней выясняли, кто из них приблизится к десятке сильнейших в турнирной таблице. Казалось бы, гостям было сложнее. Тюменцы, например, долго добирались до Балакова и еще не привыкли к жаркой погоде. В других командах игроки, по мнению тренеров, недостаточно сыграны между собой. Но все это уходит на второй план, когда волейболистки выходят на поле и берут в руки мяч. В эти моменты цель – только победа. К сожалению, в финале «Протон-2» не показал высоких достижений. Соперницы были результативнее. Ошибок много было. В конце начали только играть. Девочки молодые все, и просто не хватает немножко коннекта с пасующим. Соперники все рабочие, мы их выигрывали в предварительном этапе. На домашних играх «Протоночек» поддерживает подрастающая смена – юные волейболистки из Балакова. Они специально для этих матчей придумали кричалки, выучили все фамилии игроков, чтобы подбадривать их. В следующем сезоне молодежка «Протона» будет базироваться в Балакове, а ее ряды пополнят юные волейболистки из нескольких городов Саратовской области. Поэтому спортсменки из Балакова уже готовятся к переходу на новый уровень. Стараемся, тренируемся каждый день, стремимся попасть в «Протон». Большой волейбол в Балакове – это традиция, которая спустя годы возвращается. Многие тренеры, которые сегодня в рамках чемпионата России привозят на соревнования в наш город юных волейболисток, сами когда-то боролись за звание лучших именно в Балакове. Я в Балаково во времена Советского Союза приезжала регулярно. Здесь проводились финалы первенства России среди учащихся. Вы, наверное, это помните. Шикарное мероприятие. Приезжало по 16 команд. Славные традиции возрождаются в Балакове благодаря компании «Фосагро» и ее социальному проекту «Детям России. Образование, здоровье и духовность. ДРОСТ». В феврале этого года было подписано трехстороннее соглашение между «Протоном», администрацией БМР и ОНО «ДРОСТ Балакова», которое предполагает переезд молодежки в Балаково. Болельщики уверены, близость команды к исторической родине поможет наполнить ее кадрами, даст новый импульс развитию. И в следующем сезоне молодежная команда «Протона» будет выступать уже в обновленном составе, в котором найдется место и девушкам из нашего города.